Сегодня мы сделаем кое-что в Майнкрафте, чего я не делал еще вообще никогда на своем канале. Что-то плохое? Да, мы сделаем что-то очень плохое. Мы сделали огромную коробку из лавы, из которой просто невозможно убежать, и телепортируем сюда всех игроков с моего сервера. Это гениально? Да, это просто гениально. Мы застанем наших игроков на сервере врасплох. Они не будут понимать, что происходит и зачем их сюда телепортировали. Но у каждого из них в инвентаре будет лишь одна вещь. Лопата. Вы уже поняли, что мы сделаем? Да, мы устроим самый гигантский сплив в Майнкрафте за всю его историю. Посмотрим, как на это отреагируют игроки. Кстати, мне там админы передали, что кто не поставит лайк, тому бан. Ну, это так, просто к слову. Все, давай, давай, запускай хомячков, запускай. Главное, не говори им, что это сплив, это просто, это тюрьма. Если что, мы всех садим в тюрьму. Полетели. Привет, ребята. Что происходит? Артём, их слишком много. Хорошо, хорошо. Зашибись. Все просто прекрасно. А кто прыгнет в лаву, найдет завтра под подушкой айфон. Самый первый бэушный, ребят. Ты спрыгнул, прыгнул, прыгнул. Смотри, смотри, реально прыгают. Они... Ребята, остановись, что вы делаете, алло. Они прыгают в лаву, самоубийцы. Так, ну все, Артем, я думаю, можно запускать, запускать. Давай, давай, все, я... Так, я ставлю давай. Снег, я ставлю снег. Поехали, ребята, поехали. Некто, они просто, они стоят, они не понимают, что происходит. Алло, ребята, очнитесь, тут сплив начался. Что делать? Ставьте лайк. Пишут в чате. Вот это правильные вещи, на самом деле, пишут в чате. Вы понимаете, кто-то там копался в шахте, может быть, нашел алмазы, и мы его сюда вышли. Ты смотри, люди там падают, падают, смотри, они падают, падают. Короче, те, кто падает вниз, если что, они сразу же... Я упал, я упал, нет. Их сразу убирают с сервера, то есть они больше зайти не смогут. Осталось, на самом деле, не так уж и много людей тут, ну... Человек, наверное, сколько? 20 осталось, наверное, я даже не знаю. Я сделаю ставки на Cat 57. Cat 57 ты должна выиграть, давай. Я болею за Cat 57. Ничего, ничего, сейчас, у нас будет второй раунд. Так, Артём, я не буду это вырезать из ролика. Ты только что убил на моих глазах трех человек. Через 10 секунд половина снега будет убрана. Так, все, убирай, убирай, убирай быстрее. Убирай. Убрал, проверяй. Ну что, пора провести второй раунд, а то мне кажется, что мы как-то недостаточно сильно затроллили игроков нашего сервера. Пожалуй, пора еще устроить самую масштабную битву за всю историю Майнкрафта. Так, запускай хомячков, Артём, запускай. Так, я уже жду сообщений, так, какой-то чувак уже бегает, одинокий чувак, ветер 007. Ой-ой-ой, привет, ребята, всем привет, всем привет. Я уроки делал. Жека, пошу, не надо. Все, разрешать ПВП? Да, разрешай, разрешай. Так, сейчас будет самое адское месиво, которое вы когда-либо видели в Майнкрафте. Дерутся, дерутся, они сразу поняли! Они сразу... Что происходит? Кто-то уже умер! Кто-то умирает! Запрещай ПВП! Запрещай! Я не успел команду прописать. Все, я прописал, все. Запрещай, запрещай ПВП, все хорошо. Так, теперь смотри, короче, сейчас я кое-что сделаю. Такс. Ты понял, что я хочу сделать? Да. Напишу, ребята, посмотрите на людей в этой коробке. Вы видите их в последний раз. Напишите им пока. Так, сейчас напишу. Все встаем на золотые, блоки. Молодцы, молодцы, так, молодцы. Я знаю, что там будет, я не буду становиться. Нет, 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 я ничего не будет. Стоим на золотых блоках. Так, уйдите отсюда. Уйдите отсюда. И
Им нужно будет пройти это испытание. Волс 20. До свидания. Так, вы, ребята, кто тут есть? До свидания. Вы мне тут нужны. Сотроли. Пока-пока. Все начинаем проходить испытание профессионала Майнкрафта. Идите ко мне. Ой, не получилось. Следующий. Молодцы. Так, первый прошел. Второй прошел. Молодец. Так, дальше. Так, упал. Тест на дебила. Давайте. Опа, прошел. Дальше. Упал. Упал. Проходите, не стесняйтесь. Это мой дом. Вот. Давай. Молодец. Упал. Хоть кто-нибудь пройдет? Упал. Ну тут же легко, ребята, вы сможете. Вы справитесь, я вас... Молодец, упал. Артём, чем мы занимаемся? Скажи, пожалуйста. Я не знаю. Артём, ты тоже должен пройти? Ты не прошел? Нет. Даже админ не смог пройти мои жесткие испытания. Так, ладно, все, мне кажется, нужно начинать. Ребята, приготовьтесь. Давай быстрее что-нибудь придумывай. Кто победит в сплифе, получит ничего. Погнали. Погнали! Ура! Ура, ребята! Ура! Вперед! Прикол в том, что я бьюсь в креативе. Я быстрее ломаю блоки. Так, Артём, мне кажется, тебя нужно наказать. А ну падай. Я тебе кому сказал. Вот так. Все, Артём. Это не серьёзно. Ты будешь сидеть здесь. Это твоя наблюдательная вышка. Я на тебя настрелю сейчас. Ты можешь понаблюдать за вот игроками оставшимися. Ты вот на кого ставишь, скажи мне. Я вот ставлю на фан про персика. Она просто стоит, ей нормально. А нет, побежала. Так, я не понял, а что они? А что они вообще ничего не ломают? Фан про персика улетит. Так, а что ты хочешь сделать, я не понял. Ты сейчас, что вот там? Ты что там прописываешь? Я лучше здесь стану. Да я сейчас, все нормально. О, все. Пошло дело, пошло, все. Ой-ой-ой, Винозанар выиграл. Он выиграл, ты посмотри на этого Винозанара. Это что такое? Винозанар, это капец. Это, ну это все, это победа. Винозанар, я тебя поздравляю. Ты победил в нашем челлендже. И за это ты отправляешься в бан. Ладно, шучу. Я не настолько жестокий. Все. Ой, извините, я не мог этого не сделать. Ребята, если вам... Ребята, если вам понравилось наше очень серьезное видео, если что, это все был социальный эксперимент. Это пранк. Вот, это пранк, и мы... Никто не пострадал. Ребята, ставьте лайки, если вам понравилось. И если наберется много лайков, мы сделаем еще такие нереальные челленджи. Мы телепортируем весь наш сервер на какую-нибудь карту или что-нибудь еще. Пишите ваши идеи в комментариях. И играйте на нашем сервере. IP тоже есть в описании. Пока. Всем пока.